Ребята, привет! Вы на канале Kids Play. И сегодня у нас с вами машинки рабочие. Это у нас тягач, эвакуатор, такой бетономешалочка. Смотрите, ребят, какие они, ну, прикольные, такие сочные. Так, не могу найти куда. Да-да-да, вот она. Вот, нашли, отлично. Ребята, вам нравятся грузовые автомобильчики? Вот, смотрите, какой большой грузовик. Так, смотрим дальше, что у нас тут. Ох ты, ребят, это тоже большой, наподобие КамАЗа, такой грузовичок. Оранжевый. Что у нас здесь есть еще? Ой, Monster Truck так. Ребят, это такая большая машина, которая по другим машинкам ездит на соревнованиях такая. Monster Truck. О, ребят. Машинка мороженого. Автомобиль мороженого. Прикольно. Ребята, это пожарный автомобиль. Вы тоже его узнали. И сирена такая. Пожар. А это, ребят, мусоровоз, который по утрам возле вашего дома забирает мусор. Вот так он выглядит. Давайте посмотрим еще одни машинки такие. Это каток, ребят, который помогает раскатывать асфальт, когда вот новый асфальт получит на дороге, таким пользуется каточком. Тут у нас такой трактор небольшой. Так. Смотрим дальше, ребят. Кому нравятся машинки, ставьте пальчики вверх, не забывайте. Это погрузчик. Погрузчик есть он во многих больших магазинах. Помогает поднимать большие грузы. Телескопическая вышка. Это лампочки на столбах меняют провода с помощью вот таких устройств. Ребята, ну эту машинку, наверное, вы все знаете. Это же подъемный кран. Все вы наверняка видели не раз. Вот так он выглядит, да. Большой-большой бульдозер. Убирает большие кучи снега, земли, все-все-все под силу. Но это такой небольшой трактор и экскаватор все вместе. Маленький такой, маневренный. А это, ребят, большой экскаватор. Очень большой. Способен поднимать очень большие объемы земли и грунта. Ну все, ребят, пока-пока. Не забывайте подписываться.